Друзья, доброе утро! Сейчас покушаем и начнем новый день. Я сегодня с утра встал, а у этой кружки сломана хрень. Почему? Кто? Ничего не знаю. Слушаем. Я просто вчера посудку мыла, у меня из ручек выскользнула. И так она упала, как она могла сломаться? Я не знаю, но она сломалась. Так грустно было. А если это косяк? Я оставила, может, приклеим. Но не будем пользоваться для красоты. Короче, мы решили выйти, попробовать сходить в оттутный центр. Вот, наш любимый скайтрип. Не знаю, получится, нет. Так-то просто хочется попрыгать маленько. Обычно мы сюда ходили по будням, а сейчас выходной. Плюс день, вот. А мы всегда ходили по будням к открытию, чтобы народу было немного, чтобы вам хорошо, качественно снимать все. Но сейчас, чувствую, будет все через попу. Посмотрим, по крайней мере, сколько здесь народу обычно. Только что еще, кстати, видел свою машину. Гольфа своего, помните моего гольфа? Сидит там. Ностальгируешь. Да. Короче, мы решили попрыгать все-таки. Куча народу. И тут, короче, новые шарики. Давай, Настюха, сходу. Давай. Сальтуху сходу. Давай быстрее. Цикло. Давай. Я что-то вообще боюсь. Да не ссы. Короче, Настя разучилась. Вообще так непривычно прямо. Короче, это Влад. Да. Познакомьтесь. Я знаком с Пашей уже около 2 месяцев. Yeah. Вот, это наши, грубо говоря, подписчики, которые сказали, что хотят с нами тусить. Это никогда не проблема. Мы в следующий раз будем писать о том, что мы идем на батуты. Короче, в первом зале очень много народу. Че, все, напрыгались, погнали во второй зал. Блин, я разучилась делать сальто нормально. Сейчас буду учиться заново. Хочу делать сальто отсюда сюда. Ну что, я очкую почему-то? Прикинь? Ты не очкуй. Не очкуй. Сила братского носка, покажи. Сейчас иди. Ну что, я очкую, дальше раз просто. Очень славно закручиваешь. А! Испытание, которое делала только Настя, больше никто не может. Короче, просто тихонечко. Хоп! Хоп! А. Давай по очереди. Попробуй. Не, надо прям на попу. Что у тебя получается? Давай попробуй. Нормально. Это, короче, только девкам. Только девки это можно делать. Так если задница есть, так, конечно, можно. Сюха, на! Настя! Это опасно. Не справилась. Сейчас прыгать надо. Там дети. А, не, мы не сюда пойдем. Вообще опасно. Чувствую себя 5-летним ребенком. Че, Машка, готова? Да. Thank you.
Тихо! Осторожно, Настя! Настя расстроилась, что не может прыгнуть. Короче, вот это ворота! Давай! Погнали! Опа! Пойдет! Давай, сейчас с ноги! Гол! Нет! Давай! Сейф! Перекладина! Давай, последний! Решающий! Опа! Гол! Все, отдыхай! Кто футболист? Я футболист! Голуха! Короче, сегодня попрыгали. В принципе, приходите все на батуты на часик. В следующий раз мы обязательно напишем. Мы просто сегодня вообще случайно выбежали, да, и пошли бегать, прыгать. Да. Мы сами не знали, что мы пойдем, поэтому в следующий раз мы обязательно напишем. Приходите тоже. Вот, как ребята сегодня пришли, с нами попрыгали. В общем, вышли уже из батутного центра. Это, конечно, все весело, но когда вспоминаешь, как было круто на сноубордах, ребята, вот эти все прыжки, батуты отдыхают абсолютно, да? Mm-hmm. Скажи. Это все отдыхает. И я не знаю, что со мной такое. Я прям боялась. Я просто боялась стукнуться. Один раз стукнулась до этого, последний раз, когда мы были. И сейчас я прям боялась перебороть свой страх и очень сильно боялась стукнуться, и поэтому не получалось. Короче, Настя все что-то села, а я просто понял, что батуты уже перерос, походу. Короче, есть кайфы намного круче батутов, поэтому батуты остаются на память просто, друзья. Смотрите наши видосы и обязательно хоть раз все равно сходите, если ни разу не были. Мы-то были раз 20, так что кто ни разу не был, обязательно хотя бы раз сходите и поймите, что это такое, это реально новые эмоции в любом случае. Все. Мы сейчас идем дальше, а идем мы дальше, может быть, увидим сейчас, как играет Амкар. Сегодня он играет за вылет из премьер-лиги, очень важный матч. Сейчас посмотрим, если будет видно. Раньше, я помню, отсюда откуда-то смотрели люди с какой-то горы. Вот она, эта волшебная гора, с которой безбилетники, да, здесь? И мы тоже. Смотри, первый раз ты, можно сказать, на стадионе. На стадионе. Вперёд, Амкар! Вперёд, Амкар! Вперёд, Амкар! Идем в таком вот месте. Мы как бы в центре, но как бы, как будто бы и нет. Настя посмотрела футбол, довольная, да? Ну, мне больше всего понравился этот мужик, который пел. Катюшка. Катюшка, выйди на ушко. Так. Ту-ту-ту-ту. Сейчас мы решили, короче, сходить в новую сеть. Она почти во всех городах есть страны. России. России, страны. О, я что сказал? А, ну все. Ага. Вот. Называется Шашлыков. Попробуем пару кусочков мяса. Мы просто знаем, что такое вкусное мясо. И скажем вам, вкусное ли оно там. Да, зайдем, посмотрим цены хотя бы. Все занято. Но цены нормальные. Да, чили туда. В следующий раз будем пробовать. Я вас так смотрю, блин! Че, сфоткаемся, давай? Да, да, да. У тебя телефон. Давай, Егорка, для влога сделай красиво что-нибудь. Хуя, давай, только без размота. Скажи, Настя, это мой друг. Это мой друг. Вот. Итак, Настюха, да? Первый раз в жизни на BMX. Как тебе? Птички неудобно. А прикинь, как Егорке. Блин, а как
тормозить. Ногой. Или вы все обрезанные там ходите? 1000 рублей пени стоят. 1000 рублей? Да. Настя, давай эксперимент на тобой, короче. За 10 минут что надо сделать? Хоп. Хоп за 10 минут, баба, погнали. Паник. Короче, у тебя такая задача. Смотри, какая задача. Едешь на велосипеде, у тебя ноги должны быть параллельно вот так вот. Попробуй сначала переднее поднять, потом заднее. И переднее колесо потом. Сильней. Вот. Назад телом давай. Смотри, Настя, ты как бы вот так вот скованный не будь. Ты, у тебя штуны должны быть параллельно. Вот. Ну, вот так вот. Но штуны параллельно. Вот, едешь. Назад наклоняешься и руль вперед дергаешь. Да, как будто качаешь попу, только ты ее спинку часто. Вот. Ты сейчас прыгнешь, да и вот, все. Уже лучше. Уже был прыжок, можно сказать. Это было страшно. Страшно? Ну еще раз. Походу не будет никакого бихопа за 10 минут. Да, бихоп. О, было, а было. Да. Чуть-чуть было. Все, чуть-чуть было, давай. Все, что дальше делать надо? Складываешься так. И оп. И потом ты такая. Опа. О, нифига. Это я смогу? Это да. Ага. Блин, поняла, слушай, то есть ты вот складываешься? Ты так быстро, высоко? Держишься. Попробуй. Давай, Настюха. Мы как-то бомжа научили. Бомжа научили. Ну Настя, если что, бомж хуже меня, что ли? Смотри. Смотри, да, вот сейчас будет сравнение просто. Все напишут после этого, типа, бомж или ты выиграл, давай. Вот, давай. Рыбки! Я знаю, ты любишь танцевать. Друзья, сегодня был вообще насыщенный, мне кажется, день, по крайней мере, у меня. У меня уже шары слипаются, у Насти, я думаю, тоже. Я встала в 6 утра, поэтому у меня вообще мега насыщенный был. Вот, уже 11:30 вечера, мы уже хотим спать. И советую вам, как всегда, фильм. Сегодня мы вам советуем фильм, который мне, допустим, безумно понравился. А Насте? Ну, как-то не совсем. Вот, в общем, не знаю, не факт, что вам это понравится, но 50/50, либо очень, либо так. Это «Безумный Макс». Что за день? Какой чудный день! Ну а на сегодня все. Спасибо, что были с нами. Завтра будет еще лучше, еще больше. Мы тут позанимались на турниках немножко. Вспомни, было... Да, теперь зольки. У тебя тоже? Mm-hmm. О, нифига. Вот. Сегодня было хорошо. Завтра будет лучше. Пока-пока. Пока-пока.